Хей, йогайз и мышмики, мы продолжаем пройти игру под названием Forgotten Hill Disillusions. Окей, на чем мы с вами остановились? Мы остановились... Я не помню на чем. Флора и Фауна, добро пожаловать в отдел музея на Забытой горе, в котором представлены чудеса матушки природы. В этих залах мы можем насладиться самыми необычными растениями во всем свете, а также открыть для себя некоторые новые виды животных. Миссис Эбигейл Блюменталь, которого... Ухаживать за каждым экспонатом нашей обширной коллекции будет вашим полным распоряжением. Окей. Так, давайте сразу, тут камера ж работает. Все в крови. А заметьте, отец другой оказывается здесь. Добрый день, сэр, у вас есть билет для посещения этой части? Да, есть. Отлично, сэр, надеюсь, что вам понравятся экспозиции. Надеюсь, тоже мне повезет и будет все нормально, быстренько, знаете, вот так. Так, сразу карта нам подается. Свечи. Комната жуками. Какой-то... Так, шуки это не измена. Кейс, окей. Так, какое-то название мне нужно получить. Ключ. И чем-то подцепить. Окей. Да, стол, цепь. И ничего. Тоже нужно что-то подцепить и закрыто. Так, здесь это вообще нету. Тут крючки. Эденемучимантис. Д-О-И. Дуи. Короче, походу нужно будет... А ну-ка. Здорово, место. А, doing. Типа, думай. А давайте пойдем ведем. Так, я могу теперь выходить из комнаты этой. Зависла. У-у. Разные свечи. Так, перчатки. Просто перчатки пока что. Так, тут запертая дверь. Подожди, я могу просто... Ага, мне нужно шестеренки понаходить. Добро. Нихера растение. О, веселая тыква. То есть я должен... А ну-ка. Короче, ровное тело. Это вот это, да, который... Сейчас мы посмотрим. Подожди, подожди. Ключ от чего? Просто ключ. Крыло совы. Так, здесь, да, у нас было закрыто? Сапетредо. Где-то на Атриус. Короче, какой-то детонированный жучок. Так, тут заперто.
Ну, надеюсь, было приятно похавать. Так, давайте, наверное, сразу его сделаем. Окей. Плакат и ножик. О, нихера, мандрагора. Чувствую, сегодня мы будем запекать мандрагору. Так, это рука вместо светильника. Неплохие растения, вам скажу. И... Просто, что я должен с этого был получить? Ладно, значит, еще рано. Так, сова. Короче, безумные растения, 1887 год. Диоспрысору ацуларис. Небольшое фруктовое дерево, которое плодоносит круглыми ягодами с очень тонкой кожей. Орехоподобные плоды предполагаю при определенных условиях окружающей среды. Красноватый белый цвет с более темным пятном в центре. Когда-то эти ягоды считались настоящими глазами, их все еще боятся и почитают. Ну да, похоже. На, типа что, косточки, мозги? Мандрагора forgottenens. Растение семейства посленовых, имеющий огромный мясистый корень странной формы, содержит оклаид с галлюциногенными эффектами. Этот сорт растет только неподалеку от деревни забытых гор, жители которых, как говорят, широко используют листья, которые корни и сок, а также создают куклы и фигурку людей. Понятно. Цардиус палматис. Также известен как рука славы. Травяное растение с древесным стеблем красноватого коричневого цвета, который производит один большой цветок с 5 розовыми лепестками, с двухцветным радужным венчиком. Популярные истории гласят, что в некоторых случаях он может показать человеку человеческой рукой с глазом в середине ладони. Аммонита... Паралуцид. Димма. Грибы семейства ваанитов. Гриб известен своими лечебными свойствами, поэтому по некоторым информации он может содержать активные ингредиенты, способные облегчить многие виды боли, особенно головную боль. В дополнение к сильному болеутоляющему эффект считается, что он обладает выраженным галлюциногенным потенциалом. Алиум инфатинсис. Луковичное растение семейства лилеевых, которое растет под землей и состоит из большого мясистого корня и некоторых внешних листьев. Выращивать растения чрезвычайно сложно, так как они предпочитают хорошо удобренную почву с ограниченными удобрениями и постоянной высокой температурой. Любимая еда редкого воробья саргопхагус. Короче, мне нужно сейчас его вырастить, так и как я понимаю. Кишечник, скелет имеет. А так обычная груша. Ой, подожди, а что я сделал? Дионаен сангиунфера. Плотоядное растение принадлежит к семейству росяковых, как и другие плотоядные растения, тоже вида. Оно способно совершать быстрые движения, чтобы поймать свою жертву. Растение имеет уникальный ствол, укрепленный черепами ко дню. Всех святых.
Сок растения богат питательными веществами и может использоваться в качестве удобрения. Опа, вот это неплохо. А так он выглядит как птица. Принус бипертиус. Маленький кустарник, который не на протяжении всего жизненного цикла производит только один очень любопытный фрукт, известный как фрукт Солнца и Луны. Название дано потому, что мякоть разделена на две половины, которые имеют разный вкус и цвет. Притом плоди достигает полной зрелости только в первую четверть Луны. Полезная информация. А, я ее себе не забираю, книжечку. О. А можно мне глаз забрать? Короче, нужно, чтобы было два вытянутых языка. О, привет, моя маленькая птичка улетела. Пожалуйста, помоги мне найти ее, ведь она не может быть в безопасности вдали от меня. Возьми, тебе это обязательно понадобится. Ты все еще не нашел мою маленькую птичку? Мне кажется, что это не так-то и сложно. Amazing Creators. Короче, безумные жуки или насекомые. Цорвиус цурнутенсис. Рогатый ворон является птицей из семейства воробьевых. Он может иметь размер более 20 дюймов, 25 дюймов и весить более 3 фунтов. Он имеет внушительный облик, который характеризует особыми рогами, расположенными вокруг головы, а также клювом конической формы. Он видит ночной образ жизни и отличается крайне агрессивным нравом. Были зарегистрированы нападения целых стаи рогатых воронов, которые атаковали других животных и людей, часто со смертельным исходом. Популярная поговорка: «Только самое страшное пугало на свете сможет спугнуть рогатого ворона», лишь подтверждает серьезность намерений этих жутких птиц. Целептеро детонатриус. Обычно его называют взрывающимся жуком. Стоит отметить, что это насекомое прославилось благодаря уникальной системе самозащиты. Он выпускает облако химикатов, которые заставляют нападающего на него хищника взорваться. Никогда не прикладывайте к жуку голыми руками, так как контакт с кожей может вызвать взрыв. Арачниды пулхис. О, этого я помню. Это паук известного происхождения, имеет характеристики, которые принадлежит арахнидам или сифоноктрема, волосатых ног, которые выделяют парализирующий яд. Экстремальная ловкость, которой он достигает жертву, в теле которую он может откладывать до 20 яиц в день. Учитывая редкость захваченной, образцы часто считают настоящими трофеями. Ну, мы трофеи вставили, поэтому нормально. А это отсюда, не, подожди, это парализирующее. Типа это он пошел от блохи, да? Пласер сарцопхагус. Птица семейства воробьевых. Воробьиных. Воробьиный. С красно-коричневым оперением, имеет небольшой остроконечный клюв, который вскрывает свирепый бивни, используемый для разрыва добычи. В отличие от других воробьев, птицы являются преимущественно плотоядной, но имеют пристрастие к плодам Allium infantis, которые могут отвлечь его от чего угодно. Ну понятно, клюв только клюв чисто для прикрытия. Вот его настоящий рот, а вот здесь у него рот получается. Каев. Эй, ты не можешь взять это мой кулон? Я говорю, это они, походу. Ой, подожди, а тут что есть? Нихера тут этих птиц. Да я понял, я понял.
Так. Подождите. Как мне бы так запомнить? Может, давайте я где-то запишу? Потому что, кажется, я хер так запомнил. Ну, я понимаю, что мне специально для этого дали фотоаппарат, чтобы я записал, ну, фиг с ним. Так, ручка пишет. Так. 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 Квадратик. Какой-то непонятный домик, кружочек. Ага, ручка не пишет, все. Уяснил. И у меня еще есть ручка. Так, поехали. Черный. Желтый. Сверху желтый. Тут синий. Синий, черный. Зеленый, красный. А этот наоборот. Зеленый, а этот красный. Окей, ручки что-то вообще никакие, блядь, не пишут. Придятина. Запомнили. Не, я на самом деле сфоткаю, это чисто Жуков. Так, и понять еще, откуда у меня ключ. Так, отвертка, а что это хотя бы за место? Ох ты ж, ё-моё. Ну, я надеюсь, мне это сейчас не надо. Так сильно жжет, я не могу взять ее белыми руками. Базар ноль. На память. Походу вот это есть одна типа из ведьм. Так, давайте начнем, я думаю, с первой двери. Тут ничего. Так, тут ничего. У меня есть отвертка, в принципе. Ну да. Пошел вон. Точно. Я уже про это и забыл. Нет. Мне нужно миску налить. Ну, миски тоже есть. Так, для чего у меня отвертка может быть? Так, тут только цифры. Так, подожди, тут только цифры. 2, 3, короче, 237, 59. 23 75. Один глаз есть, но это для него, это понятно. Допустим.
Ага, теперь объясните, что я вообще должен сделать. У меня где-то был порядок цветов или что? Ведро, точно, подожди. Во. Теперь мне больше здесь комната-то вообще не нужна, по факту. Не, нужна, видно, для жучков. Ваш визит в эту часть музея еще не окончен, сэр. Значит, тут еще что-то есть, пока я не могу вернуться обратно. Блин, а что еще может быть? У меня есть отвертка, у меня есть веник зачем-то. У меня есть птицы, которые я могу переставлять, но в какой-то степени я их и не могу переставлять. Мне нужно найти каких-то жаб. Подожди. И мне нужно забрать, короче, мне нужно крыло найти и глаз. Бля, бабка, я вообще не шарю. Вот ей-богу. Веником тебе ёбнуть. Просто какая должна быть хотя бы последовательность этих жуков? Я не понимаю. Не понимаю. Свечи, что мне от этих свеч? Ручка магическим способом появляется и записывается. Так, ноль. Треугольник. Гробик. Так, кружочек с крестиком и квадрат. Окей. Я не понимаю, к чему, конечно, может это быть, но... Неплохо. Вон оно что. Вон зачем мне нужны эти сраные отвертки. Глаз выковырить, точно. Вон оно что. Так, если это квадратики, тогда мне нужно желтый, синий, черный, красно-зеленый. Если нет, тогда наоборот. Бля.
Стой. Нам же нужна та последовательность, которую мы уже построили, да? Значит, зеленый. Желтый. Красный. Синий-черный. Теперь точечки. Так, зеленый вверх, красный низ. Зеленый, красный, красный, зеленый, черный, это синий, короче, так. Зеленый вверх, красный. Желтый вверх, черный, зеленый низ, красный вверх, синий вверх, желтый низ, черный вверх, синий низ. Стой, вообще не понимаю. Ни хера не пойму. Теперь понял. Так, нахера мне еще метла нужна? Друг, я тебе... метла, я понял, для чего мне надо. А теперь там, где наш механизм. Все, теперь я, по идее, могу собрать, да? Должно быть. Ага. Из феррали ты не крутишься? Так, ладно, так. Пойдем от меньшего, как говорится. Вот так вот. Так, где эта бабка? Да не стучи, я уже иду к тебе. Стучит она. Да не стучи ты, блядь! Вот, на! Ой, моя милая маленькая птичка, наконец-то, почему ты так долго искал ее? Ну что же, твоя... вот твоя награда. Теперь мне нужно идти, чтобы все подготовить. Окей. У нас еще есть одна шестеренка. Нам нужно еще две. Так, а теперь вспоминать... Так, от совы. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Изи. Ну, это я запомнил. Чисто легчайшее. Глубины чего-то там. Билет в отдел тайны морских глубин.
Ну что, в принципе, мы с вами закончили. Сколько тут еще дверей? Эта дверь и вот это у нас еще потом дверь. Тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.